Трансляцию запустил. Форвард 190. Да, 187. До этого. CZ2-1. Ну не может быть, чтобы все они маленькие. PP-179. Они ж не маленькие, по твоим словам. Они большие очень. Бля, 194, может 189 CZ сделать? Шо? 4, 5, 9, 10. Но они все огромные здесь. Там маленькие только. Я побольше парня. Пидорасы. Че? Я тоже побольше сделал. Блядь. Побольше сделать, сейчас сделаю. А вообще не подстраивайся. А было. Я не знаю, блядь, что вы подстраиваете? Пускай да? Они под нас подстраивают. Да точняк, блядь, нахуй чё мы, блядь, они мужики, на ёбаный в рот. Я подстрою все равно. Я просто по яйцам буду биться со своими ростами. Как вам удобно так играть? Нахуй там что-то подстраивать? Мне всякое удобно. Мне удобно вообще в нападении играть, чё теперь мне делать? Просто я могу защитно играть, я атакующий играю. Сейчас подойду, секунду. Я не пускаю туда, не сбивает до крови. Говорят, либо иди в защиту, либо тоби пизда. Сейчас пока мы этот. Как там? Тульским оружейным заводом. Смешно. Что? Тульским? Оружейным заводом. По-твоему, Калашникова делают на Тульском оружейном заводе? А на каком? На Калашникова? Его и в Китае делают, и в Вьетнаме делают. Если что, я с родины Калашникова. Откуда? С Питера. Почитайте историю. Калашника на самом деле спиздил автомат у немцев. Ничего не пиздил. И доработал его. И все. Родина Калашникова Ижевск. Шо? Че, не готовы что ли? Нихуя себе. Пидоры мне не отвечают. Обманули тебя. Портфель. Вообще я кому-то левому писал. Он меня развалил. На интим фото. Сфоткай, я тебе 3 очка подарю. Если он еще не ответит, я... 3 очка. Сфоткай 3 очка, я тебе 3 очка подарю, да. Ты ему гибку. Кто там разыгрался тогда, был слот? Разыгрался кто? В смысле разыгрался? Ну, слово такое. Я спидорился? Нет, разыгрался. Чё? Блядь, болезнь. Я вообще не понимаю, что тебе... ты хочешь. Будет ты болеешь, плохо? Блядь? Ночью мы слово... А, подагра разыгралась. Че, не отвечает? Что-то он хотел ответить, но не стал. Просто стер и пошел дальше играть. Он стесняется, видимо, не знает, что ответить. Порке? Слушай, мне пишут прям на языке, блять, обладатели FIFA, что он делает в Ориджине, блять. Майор там что-то по-немецки делает, а португальцы что-то по-португальски делают. Один in menus, другой нос menus. Крокс в меню. Не. Нет, что, им по-русски что ли пишешь, что я в меню? Да.
Да, будем. Yes, man, just 2-3 минуты. Окай, напиши ему. Окай. Че, есть какое-нибудь время ожидания там по пределу? Да. Пока. Не знаю. 15-20 минут где-то. Ну, оно есть. Ну, короче, сейчас перегорим к хуям собачьим. Сейчас я накачу и все заебись будет. Пойду чаёк, короче, все найду. Да, пошли, блядь. Пойдем вместе. Бублик ты поссал? Да. А покакал? Нет. А что? Артём Ребро, Интипромисом и Диме Гамбаром. Ты под документальный фильм про ЖЭС включил? Нет, Глушаков. Давайте поможем детям вместе. Давайте. Детям поможем. Помогите мне, я ж ребенок, пацаны. Глушаков. Прикольно, если мой стрим забанит за эту фразу. Глушаков в инстаграме. И мой, блядь, минус 2 стрима сразу. Они ждут ихнего вратаря с малек с буквой С. А мне язык, что ли, показывает? Что это смайл значит? А Мити снялись. Откуда? Бомбануло? Цел. Да, ну, да. Они у них постоянно такое бывает. Типа попрощались? Это где ты это увидел? Такое же не раз было. Не знаю. А где такое увидел? Сейчас Тео к нам будет проситься. Ну, нет уже этого в прокламе или на РОП. Я не знаю, сейчас надо зайти да глянуть. В смысле? Я вижу, что нету. На стриме, что ли, сказали? На стриме, я что ли? Я не знаю. Да пиздёж. А с чего? А где ты это видел? Да не, ну свои скинули. Может, наколка, конечно. Прятать. Слишком позорно для них. Давайте тоже снимемся. В чём? В порно. В порно. Чур я сверху. Гэнг-бэнг, а кто будет как бы этот? Сцена будет стрелять с бомжихой. Я этот... А ты потом с пацанами с мелкой, кстати? Нет, я сценарист. Ой, режиссер. А, ты режиссер, хорошо. А ты сценарист будешь. Я за свет буду отвечать. Ты будешь, знаешь, камеру близко этот поносить, типа... Стрелок, не возбуждайся, это будет мешать играть. Вэлэна написал в этом конфе... Капитана с первого дивизиона, типа, всем спасибо за время, проведенное в РЛПК. Да-да-да, а играть. Может, он всех кикает, наоборот? Кому нужны игроки для усиления, может взять их в Аймике. Завтра парень, успокоится, нормально всё будет. Так чего, блядь, это они заучастились в РЛПК? И все ливнули оттуда. Дочь завтра успокоится, все будет хорошо. А каких там игроков взять можно? Оставил он в запас. Не надо его. На ЛЗ можно. User in your channel timed out. А самое смешное, что сборная России же это основной клуб сборной России это Амити. Ну и чё теперь? Да, он всех своих друзей собрал там и всё. Типа как они сегодня в это в РЛПК играли? Или они не играли? Амити? Амити? Да. Они не играли сегодня. Проиграли. Не играли же они сегодня. Перми? Они Перми проиграли? Они да, не играли же сегодня. Ну вот они Перми проиграли. Nice. Что в чате писал, что кто у них там круто играет вообще? Есть игроки? Проиграли они Перми, ТГМК, 1-0. А у них же ЦЗшник есть нормальный. Вот это вот. Или нет? Он... Это они из лучей вылетели, Перми проиграли. Ну да. А чё, давайте, если мы вылетим, тоже снимемся такой тип. А мы ЛПК еще не сыграли, поэтому нам рано сниматься. У нас еще пазл не сложился. Челлендж. Поддержка. Мы еще в порно не сняли, чтобы сниматься. Я снимался. Снимался? В каком? Хоум. Хоум, да. Гей.
Может, сейчас нам португальцы нас снимут в порно тоже. Ну да, я снимаю. Я за камерой. Всю защиту сейчас они снимут, нахуй. Покурить можно с зрителями? Шо? Евгений. Ясно. Он чё, мы сегодня потом играем? Себя. А ты после секса покуришь сюда? Я буду играть ночью, потому что я бухой буду. Ну я тоже буду, потому что я трезвый буду. Ты не будешь? Ты чё, охуел? Мы тебя кикнем после матча. Твоей маме позвони, скажи, чтобы она тебя спать уложила. Нет, все будет хорошо. Я позвоню, скажу, что ты бухой играешь. Тебе пизда сразу. А, изички уже, наверное, поздно, да, будет для них? Короче, я пойду покурю. Так, можем сами собрать в облик, мы же играли в прошлый раз. Нормально. Можно еще этот во флаге написать заранее. Типа через час сбора в облик. Там народ не разбегался. Так уже 2-3 минуты прошло. Че, где они там? Бля, какие же уебки эти португальцы. Может, 6 минут прошло. Че, давайте ТП-шку оформим и все. Причем Евгений пропал куда-то. Может, а их там... ТС... Португальцы забили. Забили. Они не могут подконнектить. Стрелу Винзу забили. Мака тоже выкинул? А может, он с португальцем в скайпе, по скайпу общается? Он скорее с Волыном, бля, общается. Как так, нахуй? Бать, проблем, блядь, сыграть нахуй ЛЕ. Расскажи какую-нибудь историю, Воблик, интересную хотели. Что-то доебался для меня. А такого мне доебался еще. Проси его свои бомжихи, пускай тебе расскажут. А я хуй знает где. Ну, блядь, на остановке, как обычно. Я с ней не общаюсь. Крикни с балкона ей. Я максимум, что могу, в нее из пневмата выстрелить, типа. Ну что? Ну мы в другой ТС уходим, чё? В какой? В какой? Ну потому что фарш и декс не могут к нам подсосаться. Да они не нужны себе. Да нахуй они чё? Да. Без них лучше будет. Они всего ничего не говорят. Они ничего не говорят. Полезно. Значит, они-то что, готовы там, не готовы? Да. Да. User joined готовы? Your channel. Да. Угу. Угу. О, кайф. Чика-чика. Меня за музон забанят теперь. User joined your channel. Дехман не может. Хайдер написал, что я штарил, они же читеры вроде. User joined your channel. 9. Одного не хватает. Тоха и родной. Вратаря. И Тоха. А Тоха это кто? А, это Тоха.
Декстер зашел. Три на входе, чуть-чуть осталось ему. Он подбирает пароль сейчас. Тоб бери раскладе, я клев рычит. Так и Тоха потерялся. Так заходи в команду. Команда Гуфи. А мы Тоху ждать будем? Он написал ААА. Не буду сморкаться, как у тебя стреляет. Тобельки. Бля, фигово столько сидеть. Без настроя начнем играть. Конечно. 10 минут. Сколько там до ТПшки вообще? Да. Так, кто зашел? Фрина. Остался Тоха. Он по тебе вообще не знает, что мы ушли из ТСК. Тоха даже не в этом сироке. Да он писал, блядь, в скайпе же, что... А-а-а писал. Надо было XXX писать. Может зайти в тот ТС? И хочешь пригласить его сюда? А, все, он входит. Чувствую его присутствие. Нормально, я снимаю. Как Йода? Так, ладно, напишу им, что приглашали. Мы первые где? Там. Мы улетаем к ним первый матч. Давай, Тоха, найди нас. В порту играем. На выезде. Красота. Блять, ебаная Амити, я даже расстроился, что они распались. Может, там битю сосём? Битю у нас был, я его, блин... Он, да, он, что-то... да, он то приходит. Не приходил никуда, если приходил, то бегал выше Элфа. Он, по-моему, даже не общается в этом ТС-ке. Могу попробовать хорошего ЦЗ-шника пригласить, если нам нужно. Где, в Южно? Да, его. А. Он, кстати, пойдет, он хочет меня, я знаю. Может, сосём его тогда? Что сделаем? Сосём его сюда. Сосём? Да. Это стрим на канале. Стрим у меня тоже есть, там выложил все. Блядь, чё, я начинаю, короче. Ой, начинай, давайте уже, а. Я уже заебался, блядь. Я вот вроде распидорился вначале, а сейчас пиздец, снова запидорился обратно, они пригласили, все, погнали. Поехали. Да, давайте. Думайте. Виски там, блядь, соски смочите, вся хуйня. Без хуйни, без паники. Нас не пиши. Вы же, блядь, вылетели. Да, это они. Антоха, не, а они. Ой, я думал, что я вылетел. Так, у них Манчестер Юнайтед. Черная. Ненавижу Манчестер, давайте пиздить. Иван. Волынкин? Выкинула. Да. Да ты чё? Выкинул, меня тоже выкинуло. Я хуй выкинул. Ты чё, на арене, что ли? Капитанку, ты-то передай у кому-то. Них один вылетел, чуть это буду передавать кому-то. Давайте, вставайте быстрее. Проблемы. А то, ещё, когда ты капитанишь, ты вылетаешь постоянно. Неправда. Вот ты видишь, ты вылетишь в этом матче. Короче, если ты вылетаешь в этом матче, я выйду. Да, блядь, только в ТС-ку так и не может зайти нихуя мне. Он пароль, наверное, не знаю. Там написано... Блядь, не прочитал. Он очень сложный пароль. Я пукнул паролем его. Пукнул? А он сидит в той ТС-ке или в этой? Он здесь, вон наверху, гостевая, читайте описание, Тоха. Ебать. Он прикинь, все это спирал, начал читать и ищет нашу комнату. По никам причем еще. Там он там, они пароль же закрыты мозги. Еще, он каждый открывает и ники читает, и так тык-тык-тык. Чё он пишет пароль мозги? Что там этот, Ctrl-C, Ctrl-V нельзя нажать, да? Иногда зачем, можно просто крутануть вниз, Женя же написал в самом низу. Ну он пароль не может ввести, я говорю, Ctrl-C, Ctrl-V там не бывает. На клавиатуре нет таких кнопок. Twix какой-то ещё зашёл. Возьмем его в команду. Они пригласили... Может это спонсор наш будущий. Да пускай хотя бы в клуб зайдет, сыграем так. О, блядь. Боже мой. Как же тяжело. Все, дай боже, все. Тяжко.
Мы еще не начали, а уже вспотели, блять. Пишите, друзья, по Ориджину. А че ему написать? Пароль тоже 500 раз написали. Да какой просто пускай зайдет, на позицию просто зайдет без ТС на первом матче. Просто побудь с нами. Уже играть. Скажи, просто пока не может. Все, зашел. Вот, давай все просто играть. Побудь со мной. О, приглашаю, давай. принимаю, блядь, чуть-чуть не успел. Ой. Не успел, блядь. Начали, блядь. Пароль 12. Не можешь скопировать. Это пиздец. Может быть, у него мышки нету. А еще люди играют на телевизорах, там, может быть, нет там мышки. Ай, блядь. Или он перевод, не знаю, как на клавиатуре с русского на английский сделать. Зачем? Мы еще не начали, я уже устал. Ай, я тут же. Ай, блядь, пиздец. Выебали, блядь, морально. Мы сами себя выебали, как раз порнуха, мы с... Вот она была сейчас только что. Возможно, Пипа уже спит, он что-то молчит. Не, Макс, наверное, спит. Ну теперь они не приглашают, что ли, или чё? Они уже пишут, блядь, у нас это... Жалобы, чтобы не приняли. ТП, блядь. ТП, блядь, не русские, блядь. Не русский, блядь. Бля, он... Тупил просто, я ему писал. Нихуя себе, все, Тоха, развернись. Ебать. Ладно, Тоха, спокойно. Начинай. Аллилуйя, братья. Все, тихо. Надевайте штаны. Стало самое простое, выиграть два матча. Хватит, уже сыграть ничьи. Да достаточно не проиграть. Давайте начнем с первого. Самое сложное позади, пацаны. Спокойненько. О, мало. Все, давайте. Мы выносили? Все. Давай. Вот. Нет, не договорились, Валт. Они не с нами. Я сейчас выебу его. Да мы не будем постреляться по них. Конечно, не будем. Да, конечно. По флангу закинь. Надежный тут. Бау. Бау. Страх большой. Играйте пачек спокойно. Они посыпались уже. Я возьму. Нет, не возьму. Осторожно, ну, назад можно было тоже зашить. Сейчас могли проебаться просто, блин. Да, если фрак мяч потерял. Там назад катнуть можно было, там Макс отошел под пас. Фол, что ли? Пинг вроде нормальный. Угу. Эх. Как ты гигантский? Назад сыграем. Блин, здорово все. Давай по флангу, дай. Ну, блядь, что ты пропустил ты его? Нет, офсайда. Серьезно, не был офсайда? Нет, был. Мне показалось, что нет. Так не у него был-то. У Декстера был, у этого нет. По-моему. Смотрите, они огромные, они постоянно нахуярят вперед на больших. Хорошо, беги. Ладно, я бегу. Кто не уже? Я что-то, блядь, засмотрелся, хуй знает. Даю. Ну что, оставить? Да, оставляем. Оставляем. Катайте их, они все сладкие. Маленькие, маленькие. У меня 84, я пойду. Да, да, идите. Давай, блядь, немножко бей. С ударом. Блядь, с ударом. Навешивать, да. Наш? Кидать стрелок. Прям вообще не бил. Страховать стрелка. Вешай. Нормально. Ущидрить. Выебу его. Нет, не выебу. По стрелку бежит. Есть. Бегу. Вешаю. Дальняя. Центр. Гол. Продолжаем. Без защитника у них. Тем более надо запросить. Проходите. Хорош. Декстер, вперед беги. Рок, ты можешь как-нибудь забросить на Декстера, он неплохо там бежит, а в него кто-нибудь трогает. Не мог. Никак. Так,
центр, хорошо. Ой, фраки. Да пробей уже. Да. Я нажал дать, он не дал. Бля, он что, не в офсайде, что ли? Хорош. Я хорошо, еще. От нас. Давайте побольше бить. Я тебя чувствую. Да, да, есть момент, где слабые. Убьем. Потому что. Ой, есть красная, так. Где ж магию там бить? Карточки тоже, давайте аккуратно. Что я не дал? На это отбор был, но уходим. Давайте пусть фанатик. По линии встаньте все по линии. Кубки пострадали из-за карточек. Не факт, что из-за них. И из-за них тоже. Все забейте. Он дальний, наверное, закидывать будет. На ручку. Ой-ой-ой, пипа опасно. Блять, тени вот это уебищная, наверное. Блять, тяжелый какой-то. Мешает. Смотри, вот бежать, это закидывать, нет? Хорош. Банги они пускают, короче. Mm-hmm. Есть дальний навес. Блин. Должен додавить. Да. А, пробить. Ну, центр. У меня что-то, блять, пинг какой-то хуёвый стал. Тихо было трансляцию включать. Да, не трансляцию. Можешь выключить. Все нормально. Бля? Или кидай? Ну, кидай. О, фракейс, мы тебе верим. Давай, блядь! На флангу бегу. Тень? Нихуя не вижу. Хорош, хорош. Давай еще. Фраг. Есть фраг. Отдам. Блин, плохо. Нет, я круг сходил посильнее пил. Да хорошо было, если я отдал. Нет, там уже. Ты можешь все! Блин, ну что так сильно? Я сейчас двойный понял. Там никого не было, что ты. Беги, блять! Надо было бежать, никого не было. Хорошо. Ну там ёптать. Еще на первом сходим. Фланг. А не, они будут скидать сейчас. Повыходим. Поднимаемся. По линии вот этой вот. Встаньте все. Хорошо. Хорош. Хорош был, блин. Вылетел рано. Ай-яй-яй. Зачем отдаешь-то? Там направо надо было спросить. Стрелок не просил Рэмбо пас. Один. Поздно. С тобой, есть. Кокс. Блять. Офсайд. Справа. Ну чё так? Офсайд. Так, я пойду, можно. Я могу я сюда встануть, с этой кроксу, и на меня я закину. Кей на фракис, конец ставим. Я попробую побороться с фракис, если закину, скинуть. Может я выйду на ворот? Не надо, стой. Ну вот тогда ты мне скинь. Рэмбо. Хорош. Не упускайте его, встречайте. У них вылетел чел. Забейте. А нет, вернулся. Что такое? Вот сука, техник тактику менял. Хорош. Глава. Блять, не пускает, сука. Стоим, не бросать. Хорошо. Подбор взять. Еще фланг. Стоим. Хорошо. Надо забирать. Так, навстречу иди, Крокс, и там оставайся, потому что туда отлетает постоянно. Видео смотрите за минуту.
Вратарь. Хорошо. У них мяч. Иго. Не туда. Лена, свистни уже. Половину показали в конце перед тайма, нахуй. Так они нас боялись. Ты нападающего будем менять? Нет, зачем? Нам хватит ничей, двух ничей. Да, нам главное не пропустить, не надо менять. Задача номер один, не пускать зол, блядь. А так мы можем забить. Просто грамотно просите не все, а кто открыт. Я не знаю, могу Декстера или Фракийца поставить на фору, да, если надо. Да не надо, не надо. Забрось. Не надо. Лучше фланги, чтобы на были. Проёбывать. Здесь же фланги не проваливаются, на фланги оставить. Какая-то там нападающая. И давайте на него пас, не игнорьте его, если он один. Хорош. Не надо сразу, там не получилось бы. Я оставляю. Ну давай, нет, уже оставляю. Ты так же, если будут. А можно же разыграть. И... Я закину. Я думаю, надо осторожно просто играть, не надо тебя убивать. Макс, не надо, оставайся. Я понял. Кидай на фланг. Давай, фраг. Нам бы сломать нефть. Я на фраг. Хорош. Борюсь. Фланг. Фланг. Не. Как мы там? Назад ворочек. Ворочек. Ага. Ой-ой-ой, блин, нормально. Молодец. Что там случилось? Я испугался. А там ворочек фракийца пробил. Я думал, удалили. Фракийца кусал, забыл ворочек. Я думал, у нас удалился кто-то, я испугался. Блять, ну нахуй ты бежишь? На флангу буду играть. А, я боялся обрабатывать. Высоко было. Мне надо было повыше игрока сделать. Тяжело против такого играть. Выигрывай. Они тем более верхом постоянно посылают надо мяч. Надо... играться с зашником вставать, наверное. 176 всё ещё матч сделаю. Бери центр в следующий раз. Не, там некому скинуться, я не знаю как. Я был за нападающего. Ну, я боялся забежать вперед. Далеко. 81, я больше тебя. Ой-ой. Давай я тогда на дальнюю буду ходить. Хорош. Выбить. Это, блядь, бублик с хаоса все равно поменял игрока. Может, на фланге понял, будем побольше и пусть говорят. Хорошо, что поменял. Конечно, не давайте его вешать. Здорово всем. Дорогой. Не отвлекай, подожди. Че ты опаздываешь? Все, блядь, не отвлекать. Тихо, играем. Бить не дать. Подборка, ёп. Че упустили ты к воротам? Первый тайм вообще не подходили. Потому давайте, что, соберемся. Блядь, дали слабину, блядь. Гуфрак. Хорош. Спинку. Навлюсь. Чуть-чуть. Навесить, может, нет? Может быть. А, делай. Плохой навес. Хорош. Можно навес. Забивай его. Хорош. Да! Хорош! Мелкий фраг забил. А такое ощущение, как будто ЦЗ вообще забил. 181, наверное, да? Нет, 173. Вообще мелкий. Все, играем дальше. Ну, в принципе, нам это нихуя не дает. Если они выиграют 1-0 у нас, то мы... А мне нормально, что? Погнали. Давайте, не пропускаем. Не зажимаемся, это самое главное.
центре. На, блядь, фокейс. Прессинг этого чувака. Хорош. С тобой. Прок один. Зажираем, зажираем, давайте. Центр. Блядь, тень ебаная, ненавижу ее. Ладно. Нихуя не видно. Хватит ныть, играем. Не, я оправдываюсь, если еще привезут, то как бы тень. Пять чего? Хорош, так. Играешь. Под тобой, Крокс. Крокс под тобой, я. Центр. Отлично, отлично. А, нормально, хорошо. За спину. Прессинг. Давай, жри его, Пипа. На дальнем может повесить там большой. Так, кройте все. Ой-ой. А? Прокс под тобой. Навешивай, готов. От него уходит. Не, не уйдет. Вот, а вот. Ставлю? Бля. Или не надо? Кому там отдашь? Пипе. Так, давай мы Пипа прикроем, Тоха. Прикрой. Крокс, а ты прикрой Тоху. А я останусь тут за главного. Не борется. Не терять, не терять. Ударить, ударить, ударить. Нормально. Хорошо. Хорошо. Я думал, дальний залетит. Я туда и бил. Хорошо. За спину. Вот эту лесу. Вешать не даем. Хорош. Хорошо. Так, давай дальний, я дальний возьму, Тоха. Павлик, бери, бери тогда да, дальнюю. Да, давай. Так, Тоха, ты спереди, а я сзади туда. Только не убегайте с центра. Хорош. Текст тут не нужен. Разберите сразу игроков. Игроков сразу берите. Вообще не угловой нихуя. Да. Макс, выбирай этого. Так, дальнюю не пускаем. Тоха, помоги на дальнюю. Я держу, но он высокий, блядь. На голову мне выше. Он на 11 будет кидать. Ручек, хорош. Левая. Смотри, чтобы на него попал. Аккуратно. Все, молодец. Хорошо. Назад отдай. Не, выбить. Да, блядь, это куда не выноси, гандон, блядь. Надо разрядить сейчас. Хорош. Надо бы не садиться, блядь. После отбора надо меч. Можно и забить, и не отстаивать. Ближнюю держите. Фу. Подержи чуть-чуть мячик, не торопись. Да, отлично. Оу. Нихуй. Блять, железные яйца нахуй. Почему ты? Мои нервы-то не бережет, нихуя. Я не выиграю у него, блять, ни при каком условии, блять. Выбивай. Пасик, пасик, вот, пасик. Ну, все, что флаг выбивай. Нормально. На своих. Так, Бублик, давай на фраг. Наручик, алло. Что ты делаешь, блядь? И так на очке сидят. Больше бегать, будем на заемочке сидеть. О, выиграл нихуя.
Чё ты так жахнул? Я? Да. Ну типа 90 сейчас висит. Можем забить ещё? Можем. Ну, главное не пропустить, я считаю. Пробить, говорите? Вышли по линии все. По белой линии вышли. По белой слишком. Погоди, чё там сзади стоит? Чуть ниже белой линии. Чуть ниже белой линии, чуть ниже. Просто подбора забить. И бегите. А, у меня чё-то под страховку. Ну а чё делать? Да. Держись. Вас возьмите, что ли? Лево фраг. Давай. Еще есть атака. Топи фраг. Бей в дальнюю. Бля, бить надо было. Давай. Yes! Хорошо. Кто-то у меня мячик выбил. Рэмбо забил. Я бил поворотом, попал в вратаря. Ебать, мне забей через жопу. Хорошо. Так, теперь нам 3-0 нам главное не проебать. 2-0 можно. Давайте еще раз выиграем. Давайте выиграем, да. Конечно. Они вообще мертвы, че их выигрывать? Че их выигрывать? Нахуй не будем. Вообще ничего не могут. Прям нас напоминает тоже. Кто сильно простой мальчик. Не надо. Хорошо же играли. Ну я играл здоровым. А через него и не играли. Что там, голы не надо тут записывать, да? А, я играл 176, как всегда, и меня. Я себя ущербным не считал, нормально. Они тебя не трогали, они стрелка напрягали навесами. Там и забавно. Я сейчас повыше сделаю, не знаю. Или не делать, я хуй знает. Не буду делать, мне неудобно будет играть. Не надо. Ничего вообще не надо менять. От добра добра не ищет, как говорится. Ну просто они ему вообще низом не давали, они постоянно вверх ему кидали, а мне типа бороться с ним вообще я не могу. Похоже, стану с таким же большим. Они сделают шустрых мелких. Сделали? Или еще? Им забивать. Они уже сделали, или ты так вас предположил? Протеин на кепку давай, бублик заходи. Я говорю, трезвый. Не, ну то, что он побежал, блядь, этот, кинул сначала, блядь, рукой, я аж чуть подлетел немного на крест, блядь. Походу его Джанго тренировал, ворота стоять. Нет, хватит. Что на 90, блять, когда 1-0 ведем, выкидываешь своему ближайшему. Я был готов. Ну он красиво сделал, перекинул игрока. А потом выбежал открываться. А еще надо было мне финт потом сделать. Я приглашаю. Да. Ты же хотел весь матч его сделать. Обратно часики надо было сделать. Можно было сделать финт, а если привез, я бы сказал, ну я не ожидал, типа там на все кнопки нажал, так сказать. Погнали. По просьбам смотрящих стрим передаю всем привет и говорю музыке. А ты стримишь что ли? Что? Меня попросили сказать, как кто стрим смотрит. Кто я? Кто попросил? Чей стрим смотрит? Роман, Айдар, Михаил. А кто-то смотрит? Да. Изички в полном состоянии. А мы потом. Чей стрим-то смотрит? Бульчик. Изички готовы сейчас? Возможно. Не знаю, готовы, нет. Если не проебем на хорошей ноте, можно еще покатать матч. На плохой тоже. На плохой ужасно катается. Давайте, соберемся.
Тогда мы еще не выиграли, когда погнали. Бля, какое-то поле низкое, мне не нравится. Низкое поле. Я к тебе. Тебе типа повыше надо. Давайте просто разъебем, блять. Выходим, выходим. Выхожу. Блять, только угловой, ебаный в рот. Капитан купи, зараз вылетаешь. В прошлый раз ты не вылетел. А сейчас вылетел. Это никак не относится к этому. Ты просто хочешь отнять у меня капитанку. Мне-то зачем, ты че, блять? Кого нахуй, я выхожу, все. Я даже не знаю, как пригласить команду. Я вроде слышал, что Фракей знает название. Эшторил Esports. Эшторил. Я тебе скажу. Е. Истори. Е. Гоу, гоу, гоу. Че? Главное, не садитесь сразу в оборот. Чувак, тарелочек. Я попозже, можно? Сядем на минуте 20. 15-е. На бутылку. Дадим иллюзию того, что мы атакуем. Лёг, ты же как в прошлом. В смысле? На бутылку садиться уже не модно. Когда-то было модно? Это в Ижевске? Там нет, мода нет. Такая раньше была, ходить на бутылки. Погнали. Да как-то неприятно с ними, когда капитан. Ответственность? Приятно. Бля, форма сливается. Как? Давай, сущ. Кошмак, игроки, давайте, пожалуйста, без карточек. Ну какая разница, там плей-офф. Это мы там все равно вылетим. Блядь. Ну хоть... Тройте игры. Фукой хотя бы выйти. Давайте без возражений. Типа у тебя там этот. Извини. Что вы, блять, умеете? Вот этого лысенького погоняй. Надо встретить. Разбежались. Пацаны, блять. Давайте ливнем. Так, осталось два гола. Отдаю назад пас. Он там сосался с фанаткой, видимо. На-на-на-на-на-на-на. Ну что ты, отнимись. Ну мяч. Успокойтесь, блядь. С тобой, под тобой. Хорош. Где фраг? В Ижевске. Хорош. Я еще с тобой. Хорош. Иди за мной, фраг. Я. Да ебаный, блядь. Так не бросаемся. Назад проще. Кроем, кроем, кроем. Ближе к игрокам. Я не катать начали. Блять, ну вот сейчас. Спокойно. Не надо на своих бросаться. Я наоборот убегал от нее. Хорош. Один. Один. Это чу. Это был обычный спокойный пас. Хорош. Фраг. Бля. Чё-то я поплыл, пацаны, вообще. Не могу ничего поделать. Рок с тобой. Силы на исходе.
Я подключу. Леша. Жди, жди, жди. Не надо, не надо, Пеп. Я уже пошел. Леха? Борю, скидываю на дальнюю. Нет. Значит, я еще. Беги. У, пиздец. Берега пока не видно. Может сейчас? А? Сука. Нет. Опасно. Согласен. Пустите меня в стенки. На ближнем еще втроем стали. Подбор держите еще. Не трогать. Хорош. 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 Не знаю, что делать. Ма. Как у нас передача, не беда. Передерживать что-то начали. Давай вот сюда, во фланг, под меня кто-нибудь откроется, а кто-нибудь еще в глубине будет. Я в глубине. Сильно, что ли? Да. Хорош. Продолжай. Хорош. Спокойно. Вдвоем, не мешайся. Тянет, тянет. О боже мой, один другого страхуйте. Блять, меня притянуло, я вообще не смог нажать. Вышли. Под катиком будут, походу. Хорош. Бежит зеленый. Как есть? Нет, оставили. Дай прострельчик. Что за вздохи, блядь, а? Я что-то вот не понимаю. Мы расстроили, что не добились? У нас такие эмоции, блядь, как будто вообще какой-то пиздец творился. Что нам нельзя эмоционировать, блядь? Можно сюда ехать и выйти своими эмоциями. Давайте помолчим тогда весь матч. Батя нас осадил, да, пацаны? Хорош. Хорош. Ёбни. А. Нормально. Извини, Рэмбо, я вздохнул. Кино. Я не буду. Один. Спокойно. Хорош. Это ты передачу переключал вообще? Я не убегу. Нормально, Рэмбо пас. Хорош, неплохой пас. Дальний фраг. Рэмбо. Пять. Ебать он, блядь, кошка, нахуй. Домчик. Чувак, это домчик. Лежак хорош. Чувак, это рэпчик. Что придумываем? Посмотрим. Да куда-нибудь войти? Нет, закрыто. Я предлагаю разыграть. Или спас, все закрыто. Да, им бегите дальнюю. Блять, так на месте. Там со мной два хуесоса. Все не бегите на мяч. Еба. Фух, повезло. Блять, опасно. Давайте пойти угловых дома побольше. Четыре человека надо оставаться. Нам, в принципе, сбивать-то там особо не надо. Нам контейнер надо пускать.
Окей. Чуть не могу оставить, кидаю. По крайней, ЦОП и ЦП-1. Рокс, да, при угрозе. И так был вообще-то. Угроз горит, кто четверо будет. Выбирай. Рокс с тобой. Э, хуй со мной. Вот он! Блядь, чё в ближнюю-то, а не в дальнюю? Он там открыл так охуительно. Блядь! Не жмём. Чё может? Давайте кто-нибудь ЦЗшники вперёд. Зачем? Ты что, что говоришь, там забивать не там, надо? Назад, ладно, я бегу, да? Крок назад, крок назад. Попробуем. 45-е. Клапан называется. Набегай куда-нибудь вот на угол вратарь. Давай, давай. Разъеби его, блядь. Кого? На, нахуй. Ну это пас же, блядь. Я-я-я-я-я, отойди, отойди, я вниз кину. Ну вниз, да. Как бы. Назад бежим. Я разъебил его, нахуй. Так не фали. На, нахуй, блядь. До свидания. Теперь не привезли. Листочек можно, пожалуйста? Хорошо. Надо забить. Ебать, тебя противоречивый. Да, реально. Забить, не забить, забить, не забить. Пиздец. Они в 3 дачи, что ли, катают? Ну, я говорю, что не надо забивать, что ли? Да. 2 минуты назад ты сказал, забивать надо. Забивать нам особо не надо. Давайте четвером оставаться. А сейчас постоянно надо забить. Я имею в виду, что нам контри не надо ловить угол. Ну, а потом, блядь, послал защитника на ауте вперед, блядь. Как 5-й минуте? Да ну вас нахуй. Играем мы нормально, вроде не так уж плохо. Мы нормально играем. Для нашего уровня мы вообще, блядь, Реал Мадрид. А сейчас бы на разводке не пропустить, давайте. Я готов принять пас. На угловых точно рисковать ни к чему. О, один фраг, хорошо, открывайся под него. Спокойно только. Дальний ты есть. Это прием, блядь. Сиську перекачал. Ты без вздоха принимал, по-моему. Да, кстати. Грудь не наполнил воздухом. Так, разобрали игрочков. Рокс, ты тут, наверное, вообще не нужен. Сейчас ливнет. Хорош. Всё, фланг. Стрелкового увольните. Вылетел хуй какой-то. У нас? У них. Что, Бублик, блять, вот он как-то... О, оп, не торопимся. В центре трое, в центре трое. Хорош. Ну... Хорошо, убежит. А не, куда он, дедушка? Жди, жди, придут. Тоже без вздоха. Без приключений. Ой, блядь, его. Я остался, Пип. Хвая нопка. Блядь, лучше я там был. Ой-ой-ой. Блядь, меня тянуло. Я... Блядь. Ноги не спи, блядь. На чем ты наебываешь? Ну, блядь. Это классика. Я финты убрал и забыл. Сейчас ничего не сделал. Как ты мог финты убрать? Убрал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Три на Крокса. Хорошо. Со мной еще можно. Лёха был. Блядь. Ай-яй-яй-яй. Да чё было-то, блядь, суч? Анальное изнасилование, походу. Походим чуть-чуть. До свидания. Питание. Не, надо печать. Кидай, кидай, кидай. О, любимый, го.
Город. Перескрокса, он. И еще в центр дальше. Ой. Было бы четенько. Один. Один. Я есть. Один. Блять, есть. Один. Уже бей или что-нибудь сделай. Бил. Там боты у меня одни, поэтому опа. Проигрываю. Опа. Сайт. Я уж видел, как ты его выебал. Можно разбежать? Давай стрелу даю. Вот это опасно. Нормально, все и будет. Вы... Если что, он мне вернет, я магиди и сделаю. Я же говорю, опасно. А тобой. Где с хуёво получилось? Ой, там спамецкая какая была. Спамецкая. Как проект этого, про Крауча сказали, что человек-линейка. Интересно, они знают, что они не выходят? Куда? Не знаю, они не уверены. Мне кажется, они не знают, потому что они в атаку не выходят. Ну, они сейчас забьют и... Нет, они думают, что они выходят и... А может, они реально играют. Выходят, а мы не в теме? Нет. Да. Это может быть. Если только Евгений... они матчи неправильно запомнили. Потом Евгений скажет, что я неправильно посчитал, блядь. А такое было, кстати. Потом тебе придется на бутылку садиться. Это не модно, что говорят, бублик. В Ижевске модно же сказали. Едь в Ижевск. Что делаем? Они не особо выходят. Пипа один стоит. Да, фраг один стоит. Фраг, смотрите, один стоит. Я на Декстера закину, а он скинет. Дай. Оп. Оп. Теперь они точно знают. Ты счастлив. Ебать, ты счастливый. В городе все сделал. Я хотел на тебя быть похожим. Пацаны, мы вышли из группы, представляете, нет? Вот на тебя же. Нет. Я брутальный такой самец. Ты теперь можно, блядь? Нет, с курицей, блядь. А ты какой-то уходим. Болотный петух. Бройлер, блядь. Шо? О, пацаны, все. Они легнули там уже, по-моему. Нет. Это вылетевший вот. Ой-ой-ой. Хорош. Ебать ты дунул на него, сморкнулся, блядь. Он подскользнулся. Я на дальнем. 3-1 будет в ихнем поле, кстати. Ну это еще когда жить надо. Человек-линейка, блядь. Жираф ебаный. Хорош, еще не даем подавать. Встретить надо. Я пизды ему дам. Нет. Так, я только в атаку. Все снял. Бублик, не надо. Уже поздно. Он бот. Я слишком много пробежал уж. Хорош. Ну, говорит, не надо, и сам идет, кайф. Нормально, все идем. Я отобрал и отдал. Красан, ты чё пошёл, стрелок? Я открылся под пас. Вперёд, блядь, я не просто бежал, я под пас открывался, а пиво просто бежал. При этом ты ещё хуй слышал пипа, блядь, на то, что он идёт вперёд. Я тебя отобрал, открылся, я отдал снова и ушёл. Давайте ты... второй забейте, чтобы победа была. Вот он. Сейчас будет. Давайте, блядь, второй пропустите. Это было неожиданно, конечно. Наш, нет, хуй, хорош, даже для меня. Чё это было? На ровном месте. Дальнюю. Не поверите. Фу. Фига там два брата. Я боролся как мог. Два сиамских близнеца сейчас били. Я ловлю. Ань. Ну нет. Человек. Понижнее. Еще раз. Еще раз. Копать. Уже следующий появится, бьем. Лапи сразу сильно по флангу.
прошелся. Лёх, сколько ты в среднем раз за матч вздыхаешь? Тебе интересно? Мне вообще очень интересно. 140. Нормально. По флангу забрось. О, блин. 141. Рекорд идет. Ну что там, повстречать-то нет? Вздыхать. Хорош. Направо, хорошо. Блин, охота так выиграть. Силы покинули меня. Я по тобой, блядь. Бля. Так давай забейте, надо победа. Иии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 иii С облегчением. Ходор. Ходор. Присел. Офсайд. Да сейчас офсайда не было. Давайте разыграем. Лаба красный. Я с тобой. Желтенький. Ну, это я, желтенький. Опять желтенький. На ход. Ясно. Блять, пиздец, на ход. А черной проебанный матч. План стрелка. Ну, поздравляю вас. Мы наконец-то вышли куда-то. Чтобы отсосать в следующем раунде на 5-0 и 6-0. Спасибо. Мы просто любим отсасывать. Потому что мы ужасно, я не пессимист. А ты чё? Вы главное. Пойдем. Я тоже за. Мы прекрасны. Мы тут или в наш ТС? Мы были последние в ТС. Какая разница? А какая разница, тут сидим, да и сечу. Вот не похуй вам. Шо? О, форшмак 63% пасов, понятно все, короче. Не знаю, Пипа, дай кепку. Пипа, распинь капитанку, пожалуйста. Да, я уже вышел. Или Декстер. Кто не вышел, дайте кепку. Пипа и Декстера. Макловский уже идет. Архипа. А, да, Архип еще надо. Лёха. А что, здесь КТМ у нас или что? А, все. Давайте пока я пошел. Капитан. КТМ-то где у нас? Не знаю. Капитан. Там тракийцы не выходят, блядь, иногда. Некоторые личности. Танку, пожалуйста, более достойным раздайте. Не тот, кто уйдет так через полчаса. Мы, блядь, здесь или нет? Да пока сейчас сиди на жопе ровно, блядь. А я пока-то сижу. Вздохни сначала только. Тобе рассказать, я клев рычит. Ты когда не в полную силу, знаешь. Это я ору, знаешь, еще как, блядь. Даже слушай, кровь иногда льется. Давай. Че, Курак, твои сладкие мальчики будут? Они пишут, что можно. Они к нам могут идти? Или мы к ним? Ну, Айдер вряд ли выйдет, наверное. Не знаю, может выйдет. Нет, не выйдет. Ну, давайте. Так, мне, пожалуйста, в атаке... Я на ПФА, короче, но мне похуй. Я Элфа. Я форвард. Я спать. Там все занято. В смысле все? ПФА заняты. Нас в яичках примут? Не знаю. В яичках? Да. Почему яички, а не яички? Шо? User disconnected from your channel. Язычки. Мне где-нибудь в центре, и только не в защите. Ну шо, блять? А то пизда. User disconnected from your channel. А кто выходит-то? Шо? Ну а где пич? А, в наш ТС перешли, что ли? Блять, а мы тусим как дебилы, блядь.
Лунички. Ну я не знаю, мне все равно. Ну, я уже лунички кинул, короче. Так что там, если места нет, да как мы вам все это там? Идем в вылечки тогда. Как хотите вообще. Тут... Так, я отойду пока что. Так. Ну и что по итогам? То есть вы куда дальше проходите? Это групповая одну, или что? В 1/8. Или это уже на вылет? Это была групповая. Ну, она была на вылет. Групповая на вылет. Да. Понял. Да. Принимайте, кто там принимает. Бля, чё, будет прикольно, если нас в уличке сейчас никого не принять. Не-не-не, там... Уже приняли. Там я был, еще Айдарка. Я написал, они просто стеснительные парни. Походу, ждали, пока я зайду. Грин на готове, Айдарка. Пельмешка тоже на готове вроде был. Арабская ночь. Арабская ночь. Ебать, ты певец. Чуть не сдох, блядь. Ебать, я певец. Ебать тебе в рот. Так, я сейчас подойду, пойду себе выпить что-нибудь прикольное найду. Да, то же самое. User joined your channel. Hi, girl. Hi. Здравствуйте, мастер Бубу. Поздравляю вас с выходом. Спасибо. Куда-то более успешный, скажем, цвет, турнир или что-то такое. А это первый розыгрыш Европы или еще это какой-то уже подряд за FIFA? Третий получается, наверное. Каждый сезон розыгрыш получается. Или два за сезон. А вы из ЛЧ вылетели или, скажем, не, ну, этот сезон немножко не задался пока? Немножко что? Не задался, мы в Лиге Европы играли. Понятно. Ну и... Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Айдар, а ты решил... Точнее, как ты додумался поменять никнейм? Ну, знаешь, я долго думал, ну, думал. Шо? Потом чуть-чуть паузу сделал, потом опять подумал, ну вот и пришел к этому. Понял. Чем, Марсель, бухаешь? А что, ты мне угрожаешь? Да. Блять, бутылка засохла. Восемь. Девять, что ли, получается. Блять. Роман, ты огорчился, то, что Антон не всю фразу сказал? Да. А что, кстати, пацаны? Усики он должен был сказать, но я кончил, в принципе, когда он сказал с музыки, поэтому... А что, амити хватит. Реально снялись? Да завтра остынут и нормально все будет. А если снимутся, то это в какой раз уже? Раз в 40-й, наверное. Ясно. А ими сейчас кто там управляет? Джон Сноу? Волына. Ну он тоже бастард. Близко. Кто? Бастард. Натуре, стрелок, ты же бастард. Ты Сноу, стрелок? Небрачный сын Дензела. А это все? Нет. То он фракет сидит. Фракет на защиту. А нет, ПЦП. Где сейчас решим? Сейчас архип может зайдет. Куда? А, может связать. Ласкать защиту, куда же еще? Пусть он к нам в клуб зайдет. А то ты вообще не очень. Да, архип идет, значит я иду в защиту, получается. Ты сейчас с ним за ручку будешь стоять? Хотел поиграть в атаке, блядь.
Здравствуйте, Гриндиола. Победа бодрит. Ну шо, заходите. У кого в экране? Да, вы выиграли. А, это у вас бодрит победа? Да, да, да. Я слышу просто такие зевания победные. Нет, это оханье этот победное. У нас клич такой боевой. О, мистер Макловский. Так, ну, мастер, мне к тебе встать или подождать, пока придет Архип и пойти Стрелка самому на базар? Стрелка, где ЛЦП? Архип уже заходит. Шо? А вы там примите где его? Где ЛЦП, наверное? Полоскайте, так сказать, его. Нежно. Крок, ты не против на ЛЦП пойти? А где Айдар? Я люблю рядом с Айдаром. Че тебе там? Заходи на... Я уже там. Я его чувствую. Чувствуешь? Ну, вот, отлично. Архипчик зашел. User joined your channel. И отключился сразу. Ты поздоровался channel. Сначала. Чудик. Он стесняется. Слишком много людей. Слишком много моих людей, блядь. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Не стеснялся. А что там, Женя-то ушел, блядь, он вернулся, нет? Он забухнул, вроде ушел. Евгений? Да. Вот сука, алкаш ебаный. А я тоже себе бутылку взял. Ты же малолетка, тебя разведется. Детское шампанское, блин. Пару капель спирта туда макни. У меня какое-то японское вино. Словно коктейл. Черничное японское вино. Ну, примите. Кто это? Архип кто? Сам Архип. Сам. Кто, я Архип? А может быть я? Мы все Архипы. Мы Архип. Все Ниган. Это, да, это не... Кто ты, блядь? Архип. Ты сказал, что вы от СНГ отлетите в кубке? Это все Славка. Славка F, привет. Не один раз. У нас стрелок F тоже сегодня привез. Чего я привез? Здорово всем. Кого не видел? Здорово. Привет. Здравствуйте. Hi, girl. Что, у нас все? Или еще кто будет? А ворочка не нашли? А его искали? А че Маковского тут скиньте ТС? Я можно? Маковскому скинул, он не зашел. Как, Бублик, ставь 3 ЦЗ, он знает ТС-ку, блядь. Даже не фул. Я ему скинул, у нас фул, кроме ворочка. Ну да, ставь 3 ЦЗ, фраг. А где кто будет играть? Хорошо. Я буду фраком для тебя. Архипов, Бублик и Фанни на ЦЗ. Такую или другую? Или более такая с цапом сексуальная. Да, вот такая мне больше нравится. Арабская, ну. Брат, иди вперед. Волшебный Восток. Отвага, честь главнее всего. Ты тоже пивон, стрелок, блядь. Чёрт, знаешь, они теснялись, стрелок. Да. Иди нахуй. Мои 90-е. Текст открылся, ну, да. Мультиков и орёт. На бутылке написано, блин. Евгений, на которой ты сидишь? Евгений. На которой ты сидишь, блядь. Сегодня. Стрелок сегодня бухает? Я вообще в шоке. Пиздец, Бублик, это все твое влияние. Пиздец. Он же был зожником. Был зожником, там на бутылке садился, а тут начал, блядь. Ты, блядь, ебаник, ты с тени. На бутылку? Неправильно. Левой ногой, значит, сейчас буду справа гонять. А кто это сгорел сегодня в этом? Кто? Рэмбо. А что он? Да он вообще что-то, что вы охаете, блядь? Стрелок его бесит, вздыхает, он думает, что стрелок его не уважает. Ну так и есть, конечно. Стрелок никого не уважает. Я уважаю, я могу даже перечислить, кого я уважаю. Перечислите, как я зовут там, Евгений. Его? Тебе перечислить? Ты забыл, как меня зовут, ты охуел? Он уже пригубил меня. Это был панчлайн сейчас был, понял, нет? Раунд. Да.
Кассис называется. А? Сейчас только на, в атаку не пускайте. Я в атаке. Пизда. Тоби, пизда. А кому капитан? Ты... Я вчера, блядь, да любому, да. У меня ЛП 95, ничего. Бля, форма наконец-то нормальная. Розовая. Да, не, розовая. Валдина. Мне нравятся такие формы. Для девочек, блядь. Ой, все что ли, блядь. Один глоточек сделал мужчиной и стал. Ты-то женщина давно уже, блядь, опытная. Есть ли у нас сворочек где-нибудь в загашнике? Миха там какой-нибудь? Не знаю, он, по-моему, отвечал. В такое время, да, Лафик играет, но он с иностранцами. Ой, Лафик вообще, он тащит. Зовите. Да, блин, да, да, он у нас вообще, блядь. Як боженька играет. Не пустил ни одного голову, там хуйня залетела. Чё, писать в этом, во флаге? Бля, ну, я пиши. Трансляцию не выключил, пиздец. Ну и хуй с ней. Все узнали, что ты пидорас. В смысле, все узнали? И так знаешь, что ты пидорас. Признавался. Чего, блядь? Ты за языком-то следи немного. За твоим? Если тебе так нравится. Отвага и чельский, что-то там еще. Ну чё, где Грин? Ну это ход. Макловский-то зашел? Я ему скинул ТС, он не зашел. Да он не общительный какой-то. Видимо, не хочет. Готовится или... к приходу к нам. Или ему противно было после того раз заходить. Там этот фикий гадкий да, вещи. Он же вчера заходил, чё. Гадкие вещи говорили всякие. Например. Например, про подагру. Про твою подругу, блядь. Твою подругу бомжа. Про самый большой клитор, блядь. Это. Не-не-не, это было до Макловского, это было. Предыдущий сбор. А. Мне кажется, Бублик, ему не понравилась твоя история про отчима или про кого-то. Его не было. А отчим был? Это была стрелка из стали. Это отчим его выебал? Да, да. Это была стрелка из стали. Да, отмазывай сейчас, давай. А моя была. Все слышали, Марсель. Все слышали. Короче, никто не отвечает про воротчик. Погнали. Ну, фейервей нету. Фейервей ген. Грин, бежишь? Да, я уже. А, я уже отошел. Архип, вы вышли? Ааа, бля. Они там вроде за два тура вышли уже. Да? Куда? Ну, в Еврокубку. А вы за кого играете, Грин? Я у Архипа спрашивал. Ааа. Кто-то инвайт бросил. Хорошо, опять победу у нас мы вышли. Пиздец, они катают нахуй. Давайте вы на нас попадете и вы нам сдадите матч. Они в Лиге Чемпионов, наверное, играют, а мы в Лиге Европы. Да, в Лиге Европы они играют. Да? Да. А там, по-моему, уже в плей-оффе не могут попасться? Могут. Сразу. Сразу, что ли? Да. Мы второе место. Они же с первого места вышли, а мы со второго. Ну да. Там, блядь, что-то. Уно моменто. Прикиньте, на этот тальке в 4 попадемся. Как мы их выебим? Никак. Да? Ну почему выйдешь легко? Скажем, приходите ночью, поиграем, типа. Да, форма балдежная. Вообще кайф. Ужас. Кто раньше в Италии? Палермо, да, так играл в этой форме? Это и есть Палермо. Это и есть Палермо. Бля, Бублик. Там Володя написал. О, берите на ВРТ его. Он, конечно, говно. Я его еще патрулю то, что на Мите снялось. Кто написал? Волына? Ага. Да. Нахуй его брать врата. Ну, ворочек нужен. Ворочек нужен, вы его будете брать? Куда? Шо? Да мы его сейчас говорим на ворочек. Ну, можно и в РТ. Не послышалось в РТ, пиздец. Дырки будет затыкать. А чё в РТ, нормально? Так. Ой. Женя, ты нападаешь? Я знаю.
Давайте, если атака не завивает, то мы меняемся атака на защиту. Пуш будет постоянно меняться. Мы не будем. Мы как раз если встанем туда, то все, это с концами. Один. А. Опа. Фрак сегодня сексуально первый матч сыграл. Не успею, не успею. А все в ТС-ке кто в команде сейчас? А что ты хочешь кого-то обосрать? Маклавский нету. Ну, хочешь кого-то обосрать? Хочешь, чтобы я тебя обосрал? Нет. Так спрашиваешь, кого ты наш хочешь? Я думаю, ты ищешь жертву просто. Да нет, я ж никогда никого не обсираю. За глаза ты нахуй. Так. Блядь. На нахуй. Бля, где попка? Попья? Пробка. Попья? У тебя? Ой. Да ладно, пройдет что. Надо распидориться, пацаны. Стоим как стоим. Ой! Что такое? Не знаю. Что кто-то подкрался сзади незаметно. Бывает. Белые ходоки. Да. Не говори. Белые ходоки, они расисты, что ли? Блять. Таксисты. Ой. Таксисты. Пока все хуёво. Да, вообще. Пока что все это? Дома, пока все дома. Типа это в 4. Я затачил, чувствую. Давай. Ты зашёл. Сейчас мы ещё не притёрлись друг к другу, короче, не чувствуем ещё. Хочу я выйти из тем. Ип. Так архив вас там немцы-то поимели хорошо. Пешка была. Я. Его ждали. Мы на вас надеялись, вы же нас поимели перед ними. Я что-то уснул, пока бежал, пиздец. Только пробежали. А ты куда-то бежал? Продолжить. Что продолжить? Рот. Я думаю, контур хороший сделаем. Че упал-то? Хорош. Бля, сейчас грамотно. Пеночку суть, блядь. Красная. Вот не понравилось, финс мяч оставляешь. По-моему, меня срубили, да? А ты двоих держишь сам. Пятки и линии. Второй номер, по-моему, там был. Второй лежит. Иди лицо к Елене. Евгена же, да? Да. Бублика там срубили, какой Евген. Тебя в детстве срубили. Ух ты. А где танцы? Потом. Ну ладно. Португал Форс. Мы с ними же играли недавно ночью. Волыны. Помните, когда мы бразильскую форму ставили? Здорово. Здравствуйте. Какого хуя они здесь? Нахуй танцы, блядь. Ладно, завтра успокойтесь, все будет нормально, солнышко. Как не девочки, расстраивайся. Блядь, проиграли и снялись. Да при чем? Десятый раз, блядь. Мы по ходу сезона снимаемся, блядь. Ну, блядь. Раньше не снимались. Вот он, ну, ничего страшного. Ебать. Пиздец, фракес, ну.
Я тебе дал там вас много, ты ну хорошо, он дал что-то. Архитр один надали. Продаю, но я через себя ебану. Как Лига Европы сыграет? О, мы вышли дальше. Сейчас бы подумал. Сыы! Что ты не смотрел трансляцию? Мы твои смотрели. Спасибо. Три команды. Мы еще решили, что если с Лиги Европы вылетим, то хотели подонать все. 10 рублей, если задать. У меня 20 стоит, понимал, когда я вышел. Ага. Ну... Марсель, расскажи, как лев рычит. А что за глупости говоришь? Я не понимаю, о чем ты. Ты умеешь рассказать, как лев рычит. Хорош. Ясно, короче, поплыл Марсель. Я делаю вид, что не понимаю, о чем ты. Я взрослый интеллигентный человек. Взрослый интеллигентный алкоголик. Таких дохуя. Все возможно. Переводика. Сайт. Бля, сделай нормальный волос. Да вообще пиздец. У меня шикарный волос. Я говорю, болотный петух. Header, shoulders. Shoulders. Да. Музи. Ты петух, бывший. Грубо, это грубо. Это да, и это Егорка, и как его? Егорка, да. Ты петух, ебаный, бывший. Отстань от меня, вратарь, блядь. Опасно. Ты жадина. Вообще, как бублик прям. Это позиция для удара. Да там позиция для удара у меня была, а у него нет. Я просто там... один был для скидки открыт. Я там вообще очень один был. И ласкал мяч. Брак. А? За сборную Армении не играешь? Уже как бы нет. Блядь, а ты не знаешь, как они сыграли с португальцами? Очень плохо. Да я знаю, блядь, но счет они, блядь, не сказали. Я спрашиваю у этого, у Генволкера. Вы как сыграли? Мне стыдно говорить. Ты видишь, фракиз тоже, блядь, так же говорил. Да, мне стыдно говорить. Национальная идея, блядь. Какой-то матч 5 с чем-то, 5-0, по-моему, с Лилия. Где-то 3-1 или 4-1 второй. Понятно. Блядь, а с нами так же сыграют? Португальцы? Армянцы. Армянцы. Рамсы. Они наберут фулченцы. Вот он. Ну. То может быть получится играть. А, будет жеребьевка или будет по группам сразу плывешь? Ты кого спрашиваешь тут всегда? Тебя. Я не знаю. Обычно все через жопу. Обычно все так, чтобы Россия. Обычно вообще они бывает делают жеребьевку, не учитывая, кто на первом месте, кто на втором, блядь. Неудобно для них эта схема, сразу видно. Они какое-то время нас долбили даже. По ночам. Да мы же пока распидорились. Да, да. Распидорились. Так у нас такой серьезный состав-то. Его можно на. Так, у них еще это карточка. У них карточка. Только в защите серьезный. Бодр, Бублик и Архив. У вас, блядь, на ЦАПе стрелок играет. А ну да, и я бы сделал... Говорить? Да, я сделал пасы, блядь, голевые. Я ж не говорю имбовый. Я ж говорю, а поплыли они, наверное, из-за красной карточки, не? Наверное. Может быть, потому что мы их вынудили поплыть. На красной карточке. Так, пас. У них ЛЦП нет, кстати. Угу. Ходор. Ходор. Чего? Ходор. Hold the door, говорю. Плиз. На вот зайду. А чё, португальцы со всеми сыграли? Португальцы? Нет, они последний матч будут играть. Кем? Нидерланды.
Не играли они с ними что-то? Нет. Нидерландия. Нидерланды. Итальянцы только закончили все уже. Но надо оба матча выиграть, чтобы на Ну, получается, что у нас в Португалии одинаковое количество очков сейчас. По 12. Ну да, но пару. Они там голов армянам назабивали. Ну, блядь, я не думаю, что они обе игры в Голландии выиграют. Ну, я говорю, нам все равно два матча. Ну, блядь, тут ну, хуй знает на самом деле. Я, походу, так понимаю, либо на Беларусь попадем, либо на Германию. Лучше на белорусов. Бля, да хуй знает по тем товаркам, которые играют. Перелис немцы сильнее. Смотри матч белорусов и немцев. Ну, да, белорусы хотя там, вылететь это белорусов будет более позорно. Ну да, поэтому... Поэтому ты хочешь вылететь от немцев? Хуйня ты, блядь, как тренер. О, сейчас мы в сборную в 2017-м играть, блядь. Это пиздец, говно, блядь. Вообще пиздец, я в шоке. Ты вообще фифу там играл, играть, блядь. Тебя просто не взяли. Да кому я нахуй нужен? Ой, кому вы нахуй нужны? Марсель, а куда ты пропадал? Я отдыхал. Где, блядь, полгода ты отдыхал? Там он, блядь, в Ultimate Team катал. Понятно, блядь. Режим умирает. Он чувствовал анальную кровь. Какой, просто клуба? Да. И правильно, поэтому я и стал команду нахуй там. Сидеть тут мучиться, блядь. Передеть нахуй. Тебя уже позвали в 20 клубов? Меня? Нет. Да никуда не позвал. Вообще-то меня бан будет от РУБК, блядь, за то, что я клуб развалил. Я на, поэтому... на 18-ю фифу тоже? Да я 18-ю не собираюсь брать. О, ну конечно. Типичная фраза каждого, кто в профи играет. Не, я все, блядь. Я специально, блядь, подумал, что я пойду в институт и буду там учиться. Ну да. Да-да-да. Еще 10. Да не, на самом деле, вот, блядь, фифа я уже... Вот прошлый сезон был прикольно играть, потому что там команда была нормальная. А сейчас, блядь, я понабрал всяких... долбоебов в команду. Никакого вообще желания играть нет с ними, если честно. Кого Стайла, кого еще? Не, ну я согласен насчет Стайла на самом деле. Не, ну Стайл меня... Хрон, Джонни Грим. Не, ну... Блядь, знаешь, Хрон сегодня пришел, блядь. Сергей Южанин. Хрон на одну игру приходит, блядь, и игра просто кардинально меняется. Какую сторону? В лучшую. Вот он, блядь, сыграл с Нарбоном. Ты просто влюблен в Хрона. Не, ну вот сегодня с Нарбонами мы играли первый матч с Хроном. Ну, блядь, нормально было. Потому что блядь, капитан сборки, он так и говорит. Там, там моментов 5 было. Какой нормально там, блядь, можно было забивать спокойно. Они вас прощали, не знаю как там. Ты на команду игру смотрел? Смотрел, они вас простили, блядь, пиздец. Блядь, у них был один момент. Какой момент один, блядь? Там такие моменты у них были 100%. А три выхода оставил, блядь, один на один. Так хорошо, что он фиктит. Выводите. Че там, блядь, за паника была нахуй кого-то. Это как этот, как Егор настоящий каскадер, так же орал, блядь. Архип так же орал? Нет, Егор настоящий каскадер, знаешь, который с домом прыгал. Я Егор настоящий каскадер. А может ты Егор? Переводик? Нет? Да. А чё, после 2-0-то не будем играть больше? Да, нифига. Хуйню какую-то начал делать. Да, тебя остановился. С кем он разговаривает? С мамой. ГВП? Хорош. Один. Косашку! Какой зверьё было бы, косашка. Не попал. Вот. Да, мне кажется, попал бы. Да что ж он тут постом дает? Да-да, это точно те типы, когда мы в бразильской форме играли, на них когда попались-то. Мы их выебали? Да. Нет. Наверное. Ну как по ощущениям у тебя было? Ты их ебал, да, или они тебе? Ты шутник, что ли? Нет. Я каскадер. Три мне.
Винишко в голову ударил. Я не пью вино. Как вообще? Хорош. Одар. Одар. О, блядь, просто в буфет улетело, блядь. Ой. Это же Евгений, он просит пас. Бля, они еще и фулка играют, что ли? Хуя себе. У них одного удалили. Бля. Думаю, там ботал дохуя. Не, это запомнил. Че, специально, что ли? Шо? Чит? Ну, произошло. Ой, её психуют, пацаны. Офсайд. Не чувствуешь, да? Админ сказал, что будет жеребьёвка. Держи в гости. Первые места будут умирать против старых. Ну, слава богу, когда? Никому это не интересно. Блять, реально, вот пиздец. А Лиги Европы? Я не про Лигу Европы, я про чемпионат мира, да. Ну я знаю, ты спроси про Лигу Европы. Бля, про Лигу Европы мне похуй. Мне не похуй. Она чемпионат мира всем похуй, абсолютно. Вторые места будут играть против третьих мест из группы ЛЧ. А первые места проходят сразу во второй раунд. Пизда нам. Поздно. Вы будете играть со второго места? Да. Красавчик. Мы будем против ЛЧ играть? Да. Так, я беру перерыв. Я устал играть. Не зря я сегодня попросил тебе перерывчик. Ты вообще не чувствуешь? Хорошо. Старался как мог. Играть как умею. Паркуюсь где хочу. 70-90. 90. Почувствуй сексуально. Сексуальное напряжение. Надо бы убрать. Есть такой фильм сексуальное напряжение. Надо бы тебя убрать с нападающего. Ты вообще ни о чем на нападающего. Стрелка на фланг. Тогда фланга не будет, если он по всему полю будет бегать. Ну да. А так он хоть бегает и всем этот, и влево, и вправо, а так он будет вообще. Сейчас вы пиздите, защиту проебать, блять. На нахуй. Один для пизита нападающего не может забить, другой на защитнике, блять, проебывает. Один. Пас не можешь отдать. Ну конечно, блять. Либо мимо. Вот тут гарбо, если он мне красный дал и пенальти какой-нибудь поставил. Ты тогда следующий матч пропускал. Нет. Да. Ебать, у него хуже всех оценок. Все, это стрелка. Бля, стрелка 8... А, это не стрелок. Это фраг. Откуда у фрага 8-9? Он же не играл почти. Ему заочно дают. Он защиту отрабатывал. А, одна голевуха есть. Понятно. Заходи, Ваня. Примите его. Примите его. Публик, может, что выйдешь? Кто я? Волына, зачем ты какую-то эмоцию даешь на стриме, ты в камеру смотришь постоянно? Это сексуальный взгляд. Это нет. Сексуальный подтекст. А потом ты такой сидел, наш, и расслабился уже на стуле, и такой в камеру левым глазом смотрел. Блять, там потому что табло, блять, в этом, и там, блять, время. Я смотрел и ждал, когда это закончится. Все, начинаем. А че еще тут черный тут сексуальный, да? Конечно. Ай, это не так. Белое говно какое-то. Во-во-во, вообще кайф. Золотым, который, да, кайфовое. Я сейчас пишевать от формы, такие 17. Да, тут кайфовые есть, а есть ужасные, типа, этого, блядь. Гамбурга? Гамбурга, да. Да, это вообще говно, блядь. И мы из-за нее, походу, и проебываем, блядь. Вы в говне. Если мы бы форму Реал поставили, мы бы РЛПК выиграли. Бля, охуенная форма. Да, это не зависит.
Так, бить не даем, Ваня на воротах. Не купас не даем. Бля, я думал, кто-то меня защитит, скажет. Уй, насы! О, фулочка не плачет. Я хотел сказать, чтобы Ване не давать капитанку, а то он реформирует клуб. Что-то ворочек у них спит. Ебать, они катают. Будет ты красиво. Спит. Предлагаю ударом проверить. Красиво. По яйцам, блядь, проверил. Чувствую, красивая катка будет. Да. Yeah. Тапочка слетела, подбирай. Он зелепуки научил так быть. Шлёпанца слетела. Твой? Ага, бери. Паш, что ты с собой сделал? Будешь брать этого? Ничего. Пытаюсь. Он за голубые бутсы. Ты на его волосы посмотрел? Да, волосы это пизда, да. Вообще, блядь. Сами. Как у тебя, Марсель, такие же. Ну, у меня классика, я уже столько лет так играю, а он всегда лысым дауном был таким. А сейчас просто даун. В болотный какую-то хуйню поставил там, блядь. Как у клоунов же есть такая? Прош. Хорошо. Ему надо еще нос красный делать. Ебать, забил. Покажись в камеру. Давай, давай, давай. Смотрите на него, блядь. Просто болотный, болотный, чёрт. Я знаком. Плохо ему. Да не, хорошо. Частенько. Изи арена, стадион Айдар. Хорошо. И на зелененького же пасечек. Ебать, он голову вывернул, как гусь. Бать, мы их поджали. Там, блин, что-то банановую шкурку бросил. Ой, справа. Хорош, хорошо, Ходор. Блин, плохо, Ходор. Ты посмотри вот на этого клоуна, блять, на воротах. А кто у нас на воротах? Клоун. Надо в косашку сразу нажимай. Ой, бля. Нормально, блин. Угу, угу. 2-0. Блять, нахуй его взяли в команду, это полный пиздец какой-то. Ты про себя говоришь, что ли? Ой, хорошо. Давайте так, они вообще зашли сладенькие. Блять, он меня прям обнял. Я про это и говорю, они очень липкие. Потные, какой-то, липкие. Какой-то офсайд пытается сделать, что-то такое. Хорош. Давай, я. Си! Не дай себя умять. Си! Делай Си. Как его делать, я хуй знаю. РБ и на ход. Ю, короче. И Б, РБ и пас на ход? Два раза нажать? Один раз. А два раза он будет, типа, об колено бревно ломать, когда он... Я себе, ой, красота. Вот в смысле, там защитник, блядь, ногу поставил, нахуй. Защитник поставил ногу, а ты загубил. Пас. Ага. Не давай ему пас. Не давай, что не видел. Тут защитник ногу поставил просто. Да, сейчас бы Волына что-то говорил. Не успею, не успею. Успел. И ваут выбил. Нет, не я. Hold the door. Так,
Опять, сука, ногу поставил. Да пиздец, охуевший. Давайте покатаем, не вешайте. Они ж сладенькие. Видишь, что делают? Как все? Бросаются как пиздец. Как все? Архип, ты чё тут? Нормально. Штрафной был или угловой? Остался на угловом. Аутбол. Опять они плывут. Стрелок. Удаляйте нахуй. Че ты распизделся, я смотрю. Тебе вот прессингом проверить. Чего тогда не... меня прическа меня всегда гнобят за это? Потому что ты как даун смотришься. Я всегда как даун смотрюсь. Хорош. Ну что там это? Ясненько. Да, рассказывай. Я бы ждал флангового игрока, так и не дождался его. Ой, дальняя будет. Ой, надо будет музычку включить в следующем матче. Напомните кто-нибудь. Такой из 90-х? Радио Ультра. Парень пожарю. Ты да, кажется, пошути. Давай, там давай. Там уже раньше чем-то... Один. Забайтил. Не было бы офсайта, да было бы. Да будет. Ты что тут делаешь? Ты чё, псин? Ничего не было. Бубль, давай посерьёзнее как-то. Я серьёзно играл. Не знаю, ты пытаешься всех обвести. Где ты видел финт? Я просто вперёд бежал. Я уверен, что ты задумывал что-то не такое. Нет, я просто хотел пробежать и пас отдать в центр. Но меня скушали. Ой. Да ну. Хорош, волына. Ой, ебать, не дать. Бля, офсайд, я там сделал. Да видели чувака, который легко резко стал? Вот он, блядь. Я на улице забыл. Иван. Блядь, стрело. Я в волыне опоздал. Он не справился. А тут, блядь, защитник много выстрелил, блядь. Тише, тише, происходит. Я пришел сюда побеждать, давайте, соберитесь. Проигрывать я могу и у себя. О-хо! Блин, ты походу вот это переигрался. Я тебя помню, когда ты с блокнотиком что-то делал. Да, я и сейчас делал. Пока бежал вверх, посмотрел. Блин, ну сейчас мне кажется воткнут, если мы не вынесем. Угу. Я вынесу. Хорошо. Я пошел на того, на нижнего, я был уверен, что Иван возьмет. Давайте поглубже, да? Я на выходе сыграю. Иванушка! Почему ты не отдал Дензела, а тебя расхвалил? Нахуй Дензел. Бля, их что-то дохуя сзади двое. Я вот их не смогу обойти. Я есть. Я вот это только двоих не смогу взять. Хорошо. Дензел теперь стримит. Да. Он что он стримит? У него есть поклонники? У него, да. Точно, блядь. Каждый стрим два человека смотрит. Что он стримит-то? Weekend League, да. А, красавец, блядь. Нашел что стримить. Я тоже стримил, публик смотрел даже. Не, он на Twitch стримит, не на YouTube, блядь. Не, на Twitch я стримил. О, нихуя себе. Нашел что стримить, блядь, Weekend League сейчас я постримил, блядь. Её даже, блядь, ну, этих блогеров-то не смотрят. Смотрят, 2015 человек. Ещё как, блядь. А нихуя. Ну, 15 ты загнул, конечно. Ну чё, у ёжика было пятнашка и не у... было ни разу. Не было у него ни разу пятнашка. Была на второй с ракетки, была. Там не пятнашка там была. Там 2014-13 точно. Там даже было. Десятки не было. Точно 12 было, блядь. И у кефира была в районе. У кефира, мне кажется, максимум 15 было, понимаете. Да не было у них таких цифр. Таких, блядь, особенно кефир, блядь, стримит, блядь, 4 часа ночи, это викинг. Хуй там 14 тысяч набирается с фарш. Ёжика стопудово было. Да не было его по 1000. Я сам смотрел.
Когда он в конце с ракета, блядь, второго или я первого? Я постоянно смотрю его стрим по выходам, не видел у него ни разу. Когда он второй с ракет делал, блядь, еще, блядь, до зимы нахуй. Ой, хорошо. Ну, на синенького-то сразу мог отдать. Вот ты жадина. В смысле, я давал сразу же, что не видел? Сразу ничего. Надо было, а ты прибежал еще. Шампанское дала, да? Хорош. Крылок, ну ты меня закрыл. А это ты меня закрыл, ты меня из-под ноги мяч выбил, вообще бил. Кучка, бас. Что, заберете стайлер у скорист? Нет. Сам забирай его к себе. Куда, блядь, домой? Да. Он же стул. Себе, он же блядь. Стул, блядь. Он не стул, он камин, ёпт. Мост камин. Он тебя к камину приглашал? Нет, причем к моему, блядь. На моей даче. Он хотел в твой камин зайти? Да, дымоход. Полежать возле камина в этот... Почистить. Прочистить дымоход, блядь. Завернуться в шкуру лисы. Ну я думаю, он тебе достаточно чистый. Часто чистишь, наверное. Хуй знает. Не буду раскрывать всех карт. Я пса. На самом деле, нам не интересно. А что ты спрашиваешь тогда? Беседу поддержай. Вежливость такая есть. Там я начал главное. Я вообще про стул начал, а ты там про дымоход что-нибудь чистит. Я уже не про это. На этом твои полномочия все, я понял. Ну чистит он тебе дымоходы, чистит чего там тогда? Ну да, это наше личное с ним дело. Да? Хуя ты положил. Там в настоящем футболе бы офсайде считали. На въебальник. А чё там между... Прям между ног, между коленкой и коленкой. По башке пинуло. У всех разные повторы, что ли? Да. Я тоже никакого ебал. Вообще там чуть-чуть дрался. Не, у меня удар был из этого. Из ворот. Пятнадцатый фифы у всех разные повторы, до сих пор все удивляются. Не надо, не балуйся. Не умеешь, не надо. Хорош. Школа наша, блядь, стрелок всегда делает. Показай, как я делаю. Не надо, 3-2 уже, блядь. Если я сделаю, они выйдут просто из игры. Центр 2. Ну. Оп-оп-оп. Давайте, кто привозит гол, тут есть печеньку. Их сортира? Монетка. Не-не-не, там что было? А, да. Давай, кто пас не точно даст, тот петух бывший. Иди нахуй. Чего, ебать, не стал? О, сейчас бывший почти стал. Так. Но это не пас был. Но это не пас. Да, да. Тогда если просто пас не отдаешь, и все. Ну-ка, да. Ну-ка. Оооо! Первый претендент. Петух бывший. Это фарш маг. О, нихуя себе спас ситуацию. Так, 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 так. О, вот он! Вот он. Какой? Не пас. Он давал пас. Не-не-не. Да, давал, давал, давал. Давал, давал. Нихуя себе ничего не было. Поехали, поехали. Не спать, не спать. А он давал пас, он давал пас. Он уже давал пас, мне не ебет.
не отдавал пасту. Давал. Понятно, что вы. Попай бывший. Бывший. Да только не, только, я, только не я, блядь, понимаешь? И мне же дымоход чистит. Ой. О, меня тянет. Оставь, я один на один с ним сражусь. Ебанас, блядь. Бля, ебать у тебя взрыв, блядь. Вот он, блядь, петух не бывший уже. А потом на бутылку. Присаживайся. Нет, ты сейчас присядешь, ёпта. Давай у нас там чемпионство с этим, без фана. Ваня, может, первый раз в этой фифе первую дифу играть? У тебя Женя... Бля, не поверишь, первый раз сыграем у меня. Мы позавчера первый раз выиграли первый диф. Что ты палишься-то? Ну, правда. Давай-давай, забегай. Ошибется. Вот он, бывший, блядь! Нас, сука! Блядь! Вот смерть, блядь, у него. Как у рыжей шлюхи, блядь. Там слева никого нет? Нет. Да-д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 а, давай-давай-давай. Да-д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 а
Я видел твой лёгкий. Это гол. Я видел твоё лёгкое гол. Движение. Давай, давай, я готов. Это нахуй. Гол. Куёк. Куяндоп и намидоп. Товарищ, а можно красное? Ходись, ходись. Ага. Да, да, можно. Замечательный дриблинг был. Блять, я ошибался. Вот, вот она. Без обрезки, а то гол будет. Раптор 77. А вы как это делаете? Вот так. А, я понял. Что-то защитник ногу поставил, я смотрю. Так. Мне кажется, сейчас пизда будет на контратаке. Да. Бежать. Завешу. Я пробегу по флангу. Навесь. Зон ты завешивается, зон ты за, давай. Ебать, что ты. Ты чё, Майкл Джексон? Не пропускайте, дайте посмотреть красоту, блин, в исполнении. Ебать, красиво. Погоди, погоди. У нас свинья на льду. В защитку вернитесь на правый фланг, пацаны. Кидочка. Можешь все. Добрый утро. О, баланс 31. В нашей форме. Раскачиваешься. Скоро 2-2-8 будет побед. И можно заканчивать. Ах, хорошо. Блин, я в каждом матче раз по 6 отбираю, у меня все ноль нахуй. Подборов? Отборов, да. Перехватом можно защитить? Нет, я... Ты кнопку отбора нажимаешь? Да, я раз в 6 за этот матч отобрал. Нет, там, по-моему, на Архипа нет. Засчитывает мои отборы. А ты думаешь, как он качается, по-твоему? Ну шо там, пока со мной играл, он качался, а потом все. Не со всех собирает. Да. Как губка. Губка Боб, квадратные штаны. Ну вот так нормально стали. 3-3. Нахуй выключай тут ебучую трансляцию, блять. Паш, ты музычку ходил?